вообще на самом деле эмоциональный уровень это то, что, от чего затем, когда приходит сознание единения, вы не зависите. Потому что эмоции это часть того, что постоянно находится в движении. Это точно так же, как облака, как погода. Вчера снег, сегодня слякоть. Эмоции точно так же. И когда вы устанавливаете сознание единения, есть очень глубокое, ясное понимание, что эмоции – это просто такое проявление погоды. Да, сегодня мокро и дождливо, местами слякоть. Завтра солнечно. И что такое эго? Эго – это то, что выбирает. Эго – это то, что знает, как все должно быть. Эго – это то, что поправляет реальность. Эго приукрашивает или пытается сделать ее более интересной. И эго – это то, что не принимает реальность такой, какая она есть. И более того, эго все время борется за власть. Это не жизнь управляет реальностью. Это я управляю реальностью. И вот, кстати, очень многие практики содержат в себе вот, вот эту мотивацию эго, потому что потребность есть в этом. Вот, допустим, давайте менять погоду. Там есть вот Симарон, и у них есть такая практика. Но это усиление эго, практика усиления эго. Или, а давайте мы вот там, то есть любое вот это вмешивание в реальность, это попытка, это вот это скрытое неосознаваемое эго. И этим занимаются, то есть этому учат, это. Но с другой стороны, это может быть как сверхспособности. Но опять же, это такая ловушка, потому что есть соблазн это начать использовать. А использовать этого хочет только эго. Поэтому важно все-таки понимать, что, вернее, важно осознавать, выявлять вот это эго. То есть, как только вы чувствуете конфликт с реальностью, значит, там замешано эго, потому что именно оно конфликтует с реальностью. И чувство вины. Я уже дошла ровно до того, с чего ты сейчас начал. Uh-huh. До этой мысли. Осталось мне только узнать от тебя, как мне это эго сдать реальность. Чувство вины. Вот и сейчас я тебе скажу, как. Чувство вины появляется только потому, что эго считает, что оно делает эти события, берет на себя ответственность. Чувство вины возникает только потому, что ты находишься в заблуждении, ты думаешь, что ты сформировала это событие. Да, но это вот, Света, ты виновата, что вчера мы ехали и шел снег. Это твоя полностью вина. Ну, когда касается... Да, видишь, мы понимаем, что за снег ты не ответственна. А другие события точно так же происходят, потому что их формирует сознание. Потому что эго... Эго – это то, что иллюзорно. Я не могу смириться с некоторыми событиями, но не могу. Ну тогда страдай. Это твоя ответственность, это твой выбор. Знаешь, нету такого «не могу», ты не хочешь. Почему? Потому что у тебя есть какая-то вторичная выгода. Видишь, ты говоришь, я вообще-то там у себя в норке живу, все нормально. Да, когда я живу. Но вот когда я выхожу к этим вот девушкам по имени люди, да, они меня заставляют там что-то чувствовать, чувство вины там и так далее. А так я забьюсь в свою норку, там у меня все отлажено, все хорошо. Ты все по-прежнему не хочешь принимать, не хочешь, не можешь, а не хочешь. Нету такого понятия.
Нету, вот нету, не могу. Есть не хочу. Не хочу. Не хочу, а поэтому, вот, Свет, знает, что если ты не хочешь, тогда страдай, бери ответственность за это. Ты сама делаешь то, что ты сейчас воспроизводишь. Ты сама, никто другой не делает это. Ты сама делаешь это. Кто выбор это дает? И какой выбор? Хочу или не хочу. А здесь, понимаешь, опять же, нету никого второго. Понимаешь? И третьего нету. Есть только одно сознание. Вот этот момент. Допустим, когда умирает ребенок, вот по моим понятиям, то, что так, это несправедливо, так тоже не должно быть. Ну, Свет, вот мы с тобой разговариваем, ты просто забыла миссию, ты отклонилась от этих вещей. Ты не практикуешь эти вещи. Мы с тобой по телефону разговаривали, я тебе напомнил, ты вроде вошла. А сейчас ты опять про это все забыла. А зачем мы ее тогда открывали? Это вот, кстати, к вопросу о миссии, да? Почему я ее не открываю всем подряд? Почему там есть определенное определение личной силы? Почему это? Потому что это очень большая ответственность. Если вы открываете эти вещи, то тогда вы должны следовать своей миссии. Если ты не следуешь своей миссии, ты будешь страдать. И о чем мы будем мусолить это все? Ну, я поняла, да. Я просто, да, я просто или забыла, или как-то отошла, да. Как только ты снова входишь, и каждый, кто открыл миссию, как только вы входите в свою миссию, все отлично, все хорошо, все прекрасно. Если вы идете согласно миссии, все, ну, то есть вы сразу же живете в согласии с реальностью. Как только вы отступаете от миссии, сразу начинается какая-то проблема. Но тоже говорю, что миссия – это не последний уровень. Поэтому, жемчуг, тебе было недостаточно только миссии, чтобы чувствовать себя полностью освобожденной. Да? Вот этот вот хороший вопрос. Кто дает выбор, желает она или, ну, когда это произойдет? Сознание. Сознание само, с одной стороны, оно само себе запутывает. И силы, все три силы Майи, и силу Таноса, и силу Раджаса, и силу Сатвы играет сознание. И поэтому роль кармика играет тоже сознание. Роль Шивы, роль божественности – это тоже сознание. Поэтому есть, почему я говорил о том, что я не умею проводить людей, которые не играют. Потому что здесь нужно понимать игру, здесь нужно играть. И в этом случае в чем игра заключается? В том, что если ты осознаешь, что с тобой произошло чувство вины, кто сформировал это чувство вины? Сознание. Потому что есть только сознание. Но если ты знаешь, что это игра, что есть только сознание, и чувство вины уже сформировалось. Ну, то есть укол произошел. Ну, сознание с тобой заигрывает. С собой же заигрывает, да? И если ты просто принимаешь, да, чувство вины возникло. Ну, то есть, да, вот это вот неведение продолжается. Да, я снова под действием сил Майи. Если ты не гнобишь себя, ой, я опять почувствовала вину, какая я же вот все-таки вот я опять как дура, ничего не понимаю. Ну, как бы вот. Если ты этим не занимаешься, если ты понимаешь, что это дело сознание, ты позволяешь этому быть, ты не споришь с реальностью, так произошло. Но это розыгрыш произошел для того, чтобы ты проснулась, чтобы ты опять вспомнила, что ты же сознание все это организуешь, и персонаж, он нереален. Эго, оно нереально. Либо ты вспомнила свою миссию, да, и все, у тебя нет больше никаких проблем. Ну, то есть это очень быстро и легко.
Поэтому здесь вот этот вот вопрос, он кто дает право выбора, везде играет только одно сознание. Сознание играет все роли. Почему мы, вот те, кто вышел к уровню недвойственности, не реагируют, ну там, вот Света, позавчера или вчера уже, да, вот одну историю рассказывает, жалостную, вторую. У меня нет внутренней реакции на это. Почему? Потому что все роли играет сознание. Если так произошло, значит, так должно было быть. Мы же не знаем кармическую судьбу вот этого персонажа, что он там наделал в прошлых жизнях, и в каком опыте он сейчас нуждается. И это настолько вот запутан вот этот вот кармические корни. Да, мы видим вот эту верхушку айсберга, вроде чистенькая, приятная личика, но какая там душа, какой опыт, что было сделано прежде. И вот лично я совершенно был безжалостен к Омеге. Несмотря на то, что, ну это, конечно, розыгрыш был, он всячески вызывал жалость, он пытался вызвать жалость. Но я видел, что даже не он, а вот эти вот силы через него играют. Силы через него играют, и все, что он получает, абсолютно заслуженно. Абсолютно заслуженно. И когда я ему это возвращал, он приходил вот в это состояние безжалостности к себе тоже. Это придавало ему сил. Но вот эти вот попытки жалеть его или там говорить, то есть, что делала планета, его жена, это его сразу ослабляло и вводило в жертву. Да? Поэтому все, что происходит с человеком, как бы вам ни казалось и не хотелось его пожалеть, он этого заслуживает. Вот я видел фильм, реально он очень сложный фильм, «Транс» называется. Девушка попадает в сексуальное рабство. И вот она из Питера уезжает куда-то, в Европу, как бы вроде подзаработать денег. Но она уезжала с такими мыслями: я ненавижу этот город, то есть ей нужно было как-то срочно денег заработать. Там вот ее в Чехии или где-то похищают. И как-то вот, ну, они так нагло вот действовали. Но она внутри просто жертва. Она внутри просто жертва. Все, она никак не может, ну, мужчина сильнее ее сажают в машину, везут, и все, она не может. А там ее передают с руки на руки, и все, и она никуда не может. Она, конечно, сопротивляется, она нравственнее других, но это насилие, а там все, документов нет, она вообще в Италии или где-то, и там все так это, ну, и она пыталась сопротивляться, там привели собаку, то есть ее вот унизили, то есть насиловали через эту собаку, то есть ей сказали: если ты будешь сопротивляться, вот мы, то есть будет вот такое наказание. И пыталась бежать, поймали, в общем. И фильм заканчивается на том, что там нет просвета, она вот как бы там остается, в этом рабстве. Но как ее жалеть? Ее душа нуждается в этом опыте, видимо, насилия. Может быть, в прошлых жизнях она сама была насильником, тираном. Кто знает, мы не знаем. Мы не можем судить сознание. Мы не можем судить. Мы не видим вот эти корни. Мы видим следствие. И пытаемся, видя только часть, выносить свое суждение. Но если мы будем видеть ситуацию в целом, целиком, с учетом миссии, вот так как могут это делать ясновидящие, кстати, вот этот уровень, да, они видят и, в принципе, говорят: да, вот так. Поэтому, вот, кстати, к нам приезжали ясновидящие, они сразу сказали, осмотрели отца и сказали: так, здесь есть человек, который на вас давит, ну, жена. То есть проблемы с сердцем. Ну, и он им очень поверил. Потому что они, ну, видели то, чего обычно человек не видит. Потому что, в принципе, они выходят на улицу, ну, вроде такая нормальная пара. Да? Но поэтому
пытаетесь пожалеть, именно пожалеть, есть сострадание. Сострадание, да, я понимаю, это сложно, но принимаю это с любовью и позволяю тебе прожить твой собственный опыт. Это твоя судьба, я не имею права вмешиваться в нее. Вот это есть истинное сострадание. Я эмпатически, может быть, понимаю, как это сложно, но мне нужно со своими тараканами разобраться и жить свою жизнь, а не пытаться там, имея кучу своих тараканов, еще пытаться помочь другим, не имея собственной силы. Роман, получается, чтобы достичь такого уровня, все равно ты же сострадаешь, но мы находимся. Знаешь, это вот обычные вопросы, когда, знаешь, задают мастеру, типа, вы же делаете это из любви, из какой любви? Ну, то, вот все адвентисты, они, в принципе, в таком, видишь, то, где сострадание – это ментальное понятие, это концепция. Да, абсолютно все является концепцией. То есть это, ну, если вы хотите, я вам сострадаю. Но это концепция, это ментальное понятие. Там, где я, там нет никаких концепций. То есть так современно, опять же. Просто да. Все, что сейчас происходит, это происходит. А вот смотри, но все равно, если человек просит помощь, мы же не можем ему сказать, ты это заслужил и должен это прожить сам. Это зависит от твоей игры, во что ты играешь, какова твоя игра. Я не могу сказать конкретно вот такие вопросы. Для всех. Потому что в каждом индивидуальном случае кому-то нужно будет пройти мимо, а кому-то нужно обязательно помогать в этой ситуации. Поэтому здесь нужно смотреть очень индивидуально. Потому что у кого-то есть тенденция вмешиваться и причинять эту помощь на каждом шагу. Либо жалеть, и тогда, ну, конечно, говорят, ну-ка подержи. Это тяжело. Ну-ка подержи. Ева, ну-ка подержи, пожалуйста. Держи, держи. Вот так вот и... Вот так Ева и держит. И будет держать. То есть... Не будет. Не будет, да? Вот. И, кстати, не берите, если не хотите. А так, понимаете, у человека всегда... Но для сопротивления сейчас произошло. Ева, сопротивление же произошло. Ну, здесь сейчас вот важно понять то, что есть те, кто берут ответственность за других, у них есть склонность брать ее ответственность. Но также те, кто окружающие вокруг них, они чувствуют, что вот эти берут ответственность, и они свешивают на них свои проблемы. Вот, у меня проблема, Ева поддержит. Ну, к примеру, да? Но это тоже неспроста, почему-то сознание выбрало Еву. Видимо, она есть тенденция. А если дают, а вы не держите это, тогда к вам больше не придут. Но если вы держите, почему к вам постоянно не приходите? Ну, вот еще этот колокольчик подержите, пожалуйста, сверху, да? Удобно. И люди начинают пользоваться, но проблема не в людях, которые пользуются, а проблема в том, кто все это берет и держит на себе. Но есть еще и служение. Это можно? Нет, то, что добровольно, но... Опять же, игра. Ну вот тут... видите, мы говорим про тенденции. То есть как определять тенденции. И служение не означает, что ты должна ответственность брать за других. Служение означает, что ты ну, здесь вот более точно, наверное, становится вот именно на этом, что служение – это совершенно не означает, что ты должна брать ответственность за других. Наоборот, тебе дается такой дар, наверное, чтобы ты через это служение раскрывалась сознанию. Ну, я так понимаю. То есть, наоборот, тебе дается возможность, то есть посылается такая вот, да?
если ты там... Вот смотри, если бы я пришла к Ольге и просто помыла полы у нее, не беря ответственность за ее состояние на себя, это и не жалея ее при этом, а просто пришла к, у нее вижу по колено грязи, я просто взяла их и помыла. Или принесла ей кусок хлеба, когда она уже не может выйти себе купить. Это служение или это, опять же, влезание в чужую жизнь? И в ее реальность? Служение. Вот ты с этим не лазишь, что вот пришла и помыла. Как это граница? Граница, она в чем? В том, что... Когда ты освобождаешься от тенденций, то есть за тенденцией всегда стоит страх. Mm-hmm. Да? И когда ты действуешь из тенденции, ты действуешь из страха. Mm-hmm. Но когда ты свободна от страха и от тенденции, ты действуешь из любви. И вот как тебе подсказывает любовь и сердце, вот это вот служение, вот это вот то, как будет. И ты приходишь и все вокруг тебя происходит так, как в любом случае все происходит так, как происходит. Но когда ты это делаешь, то твоей основой мотивации, с которой ты делаешь, это не страх. Потому что, может быть, это вот такие высокопарные слова, там, из любви пойти, но, по крайней мере, не из страха. И потом, опять же, Свет, вот у тебя открыта миссия. Если у тебя открыта миссия, это очень легко понять, что тебе делать, что тебе не делать. Просто ориентируйся согласно своей миссии. Если у тебя есть сложности. Почему? Потому что, понимаете, розыгрыши, вот этот карлик, ты думаешь, что Оля это реально, ну, как бы, реальный персонаж, что она реально страдает и так далее. На самом деле, страдание продолжается внутри тебя. Ну, если ты как бы реагируешь на это. И возможно, в твоем случае проявить безжалостность, тотальную безжалостность. Это и есть твоя задача, чему тебе нужно научиться. В всяком случае, это труднее. Но поэтому тебе и труднее, потому что это твоя миссия. Потому что ты придешь, конечно, мыть полы, но ты там раскиснешь, то есть Оля тебе... Ну, не Оля, а карлик тебя пробьет там и так далее. То есть это, ну, это вот как, знаете, наркоману лучше не ходить по тем улицам, где продают наркотики. Да, это определенный соблазн. Но с другой стороны, это и, ну, некая такая вот проверка. Устоишь ты, не соблазнишься ты, потому что у Оли есть дети. И она очень много сделала для своих детей, для своего ребенка, да? Поэтому ребенок должен возвратить ей. Не, ну в любом случае, на сегодняшний момент, все, что там я для нее не делала, это, конечно, все из страха. Не... Да, это да. Безусловно, это я понимаю совершенно отчетливо. И плюс, видите, вот тоже мы вот собираемся здесь и... как вот с тобой сейчас, ты говоришь, я не могу, я не могу. Оля тоже говорила, я не могу, я не могу. Но на самом деле, сколько раз ей предлагалась помощь, сколько раз мы говорили ей о том, что... Но это было «я не хочу». Но если ты не хочешь, значит, следующий шаг – бери ответственность за то, что с тобой произойдет и происходит сейчас, да? А «я не хочу», «не могу», а потом это случается, а я еще не хочу ответственность за это брать. То есть, поэтому, а кто? Ну, тогда Света должна ее взять, потому что она берется. То есть, видите, вот эти вот социальные отношения, конечно, легко поехать в монастырь.
монастырь и просто там сидеть, и жить, и быть духовным, да? А вот в этом социуме как разобраться и иметь мир в душе при этом, когда вот все такое разное происходит. Здесь помогает знание миссии и, конечно, понимание, что такое тенденция. Тенденция – это ваша основная склонность не принимать реальность такой, какая она есть. Ты не принимаешь в реальности то, что есть страдание. Да? А страдание – это часть реальности. Страдание – это процесс. Процесс, на котором строится, на котором базируется духовное развитие. Страдание и смерть. Ну, а смерть, мы уже об этом можем подождать. Смерть – это обычное явление. То есть это обычное, очень естественное явление. Каждый, кто родился, однажды умрет, это совершенно естественно. Мне иногда кажется, что у меня такое эго, что она уже на уровне Бога где-то вот стоит. То есть Бог создал вот эту реальность, а мне надо это все поправить. То есть мы где-то вот с ним на родине. Знаешь, не только у тебя. Нет, ну это я про себя говорю. Про других я не знаю. Эго, оно у всех одинаковое. Карлик у всех абсолютно одинаковый. Ты думаешь, чтобы мне переиграть этого карлика, все было точно так же. То есть абсолютно у всех это все одинаково. Просто потому что у нас есть вот эти вот разные вкрапления энергии, разные комбинации энергии, нам кажется, что ну, у нас как-то все по-разному. Но само функционирование эго, вот этого карлика, оно у всех абсолютно одинаковое. Просто экспрессия немножко, потому что вот энергии разные, оно кажется как по-другому. Но вы заметили же, ведь мы когда начинаем говорить, то в принципе вы видите, что ну, у вас точно так же в принципе, да? Да. Поэтому и вот игра, она тоже одинаковая. И только нужно поймать эту игру, почувствовать и понять. Но для этого нужно тоже открываться этому, желать этого. Создать предпосылки, чтобы игра открылась. Значит, поэтому эго, вот следующий уровень эго-тела, эго – это ну, такой большой пласт, и это требует определенного времени работы. Как определить? Эго – это то, что спорит с реальностью. То, что не принимает реальность такой, какая она есть. Причем вам всегда кажется, что реальность действительно не должна быть такой, какая она есть. Ну, потому что вы же отождествлены с эго, и из этого очень сложно выйти. Но можно. Это получается, эго так, ну, вот так он сейчас идет. Что мы его, типа это у нас такое ремесло, да, внутри, и это дает инструменты, да, ну, инструменты вины, страха, там, и вот так мы этими инструментами, он начинает нас проверять, то есть на чем мы зависим, да, то есть такая вот идет, но опять же это идет, эго идет от сознания, ну, то есть оно посылает вот эти же импульсы, да, получается. Сознание, отождествленное с телом, с умом, есть эго. Нету какого-то отдельного. Эго вообще его нету. Это просто вот эта комбинация отождествления вот этого чистого сознания, божественности. Две силы майи, тамас и раджас. Сознание забылось, кто оно, раджас, отождествилось тем, чем оно не является. Оно отождествилось с умом, с мыслями, с концепциями. И оно, ну и соответственно, тело – это тоже концепция, продолжение, да? И оно отождествилось с телом. И вот это вот и называется эго. И оно теперь только думает, что оно реально существует. Но его на самом деле нету. И вот это вот то, которое не существует на самом деле, придает себе большую значимость и важность, натягивает на себя все одеяло,
и пытается командовать парадом. То, чего на самом деле нету. И вот такое функционирование, оно такое отождествление сознания с мыслями и вот этими концепциями, оно искажает восприятие реальности. И вот результатом этого искажения является чувство вины, жалости, потому что вы видите реальность не такой, какая она на самом деле есть, а с точки зрения вот этой концепции, с которой вы отождествлены. И в силу этого появляются чувства, деструктивные чувства, такие неестественные чувства, которых в принципе у, ну, как бы, они появляются вот именно в результате искажения реальности. Это чувство злости, вины, жалости, какой еще? Ну, может быть, стыд. Стыд. Вот эти чувства, они просто результат искажения реальности. Как только если вы свой фокус изменили, вы смотрите с уровня чистого сознания, все исчезает, никакой вины нету. Секунды нету никакой вины, секунды нету никакой жалости, никого не жалко. Секунды нет никакого стыда, секунды нету никакой злости. Потому что вы видите, что роль этого персонажа играет сознание, вы являетесь этим сознанием. Соответственно, как вы можете злиться на самого себя? А плюс еще понимание, когда вы злитесь или когда вы испытываете гнев, злость, обиду, через чье тело вы проживаете этот гнев и обиду? Не через тело того, кого вы видите, а через вот это тело, да, через себя, через свое тело. И кому вы наносите вред своим гневом, своей обидой? И вот если все эти вещи начинают пониматься, что все время вы играете против себя. Вот как только это начнет очень ясно, четко пониматься, как-то вам, знаете, не захочется играть больше против себя. На самом деле вы думаете, я не обижался. Я не испытывал чувства вины. Но вот когда я понял, что обижаться – это на самом деле играть против себя. И понимаете, ну, вот за моими плечами очень большой опыт тоже психотерапевтических практик. Я, ну вот вы помните, да, мы занимались этими семейными остановками 10 лет назад, прикладная кинезиология, ну, разные виды психотерапии и так далее. Но все виды психотерапии, они только подводят к этому моменту. Только подводит к этому моменту, к пониманию, что вот к этому пониманию. И только тогда происходит вот это вот самоисцеление. Никакая психотерапия вас не вылечит от этого. Только ваше собственное понимание, что вы сами все делаете. И все останавливается тогда, когда после понимания вы останавливаете это делать. Вы останавливаете свою тенденцию бороться с миром. Вот кто помнит, что вы осознанно брали чужие вещи? Вот я помню, я осознанно брал чужие вещи. Это какой-то чужой вещи? Ну, воровать. Знаете, я перестал это делать, когда осознанно понял, что этого лучше не делать. Вас посудят, а вы не воруете. А? Вас посудят, а вы не воруете. Ну, вот, можно сказать, признание здесь частично смягчает наказание. Но это лично мой опыт, который потом, когда я понял о том, что и вот эти вещи, борьба с тенденциями, вы не остановите ни одну тенденцию, пока не поймете, что этого вам делать не надо. А вот это вот слепое, я пойду полечусь, а приду и буду продолжать делать свои тенденции. Поэтому здесь так. Вот, Свет, сколько лет ты уже лечишься? Всю жизнь. Всю жизнь. А вот сейчас ты чувствуешь, да, вот этот момент, что ты можешь все остановить сама?
без всяких докторов. Да я... Нет, скажи, я... да или нет? Да, но я забываю. То, что ты забываешь, да. Нормально. Забываю я регулярно. Что-то тело мое тут. Потому что это тамос. То есть, потому что ты забываешь новый розыгрыш, новое страдание, и скоро тебе уже не захочется забывать. Умеешь ты утешить девушку. Потому что, видишь, все идет через это. Ты забываешь, почему? Потому что все-таки, может быть, элемент терапии продолжается. Да? То есть ты все-таки это воспринимаешь как терапию. А вот все прекращается тогда, когда ты, наконец, берешь ответственность полностью за все происходящее, ответственность, и говоришь честность опять, вот эта честность, без самообмана. Да, это я делаю. Да, я это делаю. Я борюсь реальностью. Да, своей обидой я там себе скручиваю желчный пузырь, формирую рак желудка, там, к примеру, это в моем случае было. Я делаю себе что еще? Образую камни в почках и так далее. Это все делаю я сам себе. Это не откуда-то приходит, там, не знаю, откуда-то. Это все делаю я сам себе. Правильно, она сейчас напилась таблеток и лежит в нирване, а я которую неделю уже калачу. Мама, это же тоже может происходить неосознанно. Вот у меня эти процессы были неосознанные. Вот когда вот я была, да, в этом состоянии, да, в тамосе, когда у меня были очень такие психологические тоже проблемы, но у меня потом это было неосознанное, то есть страдания привели к раскрытию, получается, но этого я не понимала. Конечно, поначалу у всех людей это все неосознанно. То есть это все неосознанно, но какова задача неосознанное перевести в осознанное? Ну только вот десятилетия потом начал уже. Сейчас я только это понимаю, что это происходило. Но в то время-то я неосознанно, то есть я в больницу ушла, вот да, там кто-то лечится, но я понимала, я не понимала. То есть я увидела, когда мне сказали идите к психотерапевту, и у меня внутри там что-то щелкнуло. Я как пойду сейчас к психотерапевту, я понимаю, что я здоровая, у меня нету таких вот, просто душа моя умирала, да, будем говорить. И это неосознанно я пошла дальше. Ну то есть это сознание тебя опять же направляло. То есть это был твой выбор, ты могла опять же, я могла пойти или к психотерапевту, или пойти там. Я пошла к целительнице, например, да? То есть мне сознание дало это. А зачем мы об этом сейчас говорим вообще? Для понимания вот этих вещей. Давай в реальность настоящего момента вернемся. Зачем тебе это, когда есть сейчас, и ты сейчас можешь все остановить? То есть все-таки это... Зачем идти в прошлое, копаться в том, чего уже нет? Прошлое реально существует, Татьяна? Читала, что нет. Но вот недавно вы сидели там. А вот это существует? Там вот вы сидели там? Сколько там? А, это, конечно, не существует. Не существует. Значит, не существует прошлое? Оно существует в памяти. Да? Но память реальна? Я же вспомнила. Да, вспомнила о чем? О прошлом. А прошлое существует? Нет, я сейчас говорила о прошлом. Ага. Да, ты вспомнила о прошлом. Реальность. А прошлое существует? Но его уже нет. Его нет. Это ловушка. Значит, ты говоришь о том, чего нет. То есть, опять же, это ловушка. Как будто бы... ты говоришь о том, чего нет, но как будто бы ты говоришь о том, что оно есть, и оно еще важно, но его уже нету. Его нету. В реальности его нету, оно есть в памяти. И вот память вот так вот и грузится этими, того, чего нету. Оно уже абсолютно не имеет никакого значения. Этого нету. Будете вы говорить, мусолить про это, но это не имеет никакого... Это потому что в реальности этого нету. В реальности этого нету сейчас, прошлого. Всегда есть только настоящее. Вот давайте попробуем попасть в какое-то другое время.
Смотрите, мы по-прежнему в настоящем. Можем попасть в будущее? Ну, а вот Вот перепросмотр – это техника, которая, которая вот эта вот память, которая трещит по швам, нагруженная вот этим опытом, который накопился и который мы якобы верим, придаем ему важность, значение. И перепросмотр – это спускание вот этого мешка, то есть убрать его. Он не нужен. Почему? Потому что чем больше вот эта вот память, нагруженная этими воспоминаниями, тем сильнее искажение, потому что это искажает восприятие реальности. Ну, вот этот непрожитый опыт. Это как в компьютере. Удаляешь лишнее. Да, он и сразу быстрее начинает работать. Есть закон подобия, как вверху, так и внизу. Да? И если жить из настоящего, если все делать из настоящего, то это и получается жизнь, которая происходит согласно контексту момента, а не согласно каким-то убеждениям. Это вот как грузинский фильм был, короткометражный. Парень залез на дерево и кричит: «Вах, вах, вах, спасите, помогите, я вот тут на дереве». Прибегает парень второй, говорит: «Так, веревку быстро!» Достали веревку. «Так, закидывайте ему веревку». Закинули. «Тяните теперь». Сварили его. Он говорит: «Ты что, дурак, что ли? Я чуть не убился». Он говорит: «Так мы вчера так из колодца доставали». То есть, вот... Вы знаете, один раз в Бангкоке у меня знакомый, мы договорились, что вот у него день рождения, ну, и что я приеду, поздравлю. Я ему даже, ну, сказал, что я уже купил подарок, и так получилось, что я не смог приехать. И вот он, мы знакомы уже 3 года, ну, иногда по скайпу так вот увидимся. И каждый раз, когда он выходит на связь, и когда мы с ним встречаемся где-то, он начинает: «А, ну да, помнишь, я помню, день рождения», и он начинает этот подарок. Я ему говорю: «Ты знаешь, прошлое же не существует». Он говорит: «Ну да, конечно, память нам не нужна. Но как мы бы жили без памяти, потому что, ну, ты же помнишь свое имя и так далее». Я говорю: «Да, конечно, память нужна, но если ты знаешь, что прошлое не существует, ты не придаешь этому значения, ты не расстраиваешься, если в прошлом что-то произошло или не произошло, ну, согласно тому, как ты хотел бы». Поэтому вот если вы знаете, что прошлое, оно нереально, что бы с вами ни произошло, но если оно в прошлом, вы можете не придавать этому большого значения, не нагружать себя вот этой какой-то ответственностью или еще чем-то, потому что этого уже не существует. То, что реально существует, это настоящий момент и то, что проявляется в данный момент. Конечно, память нам нужна для существования в социуме, но она должна служить нам, а не отягощать нас. И поэтому нам не нужно придавать большого значения всем событиям, которые уже произошли. Абсолютно все события, которые произошли, их нету. Все, их нету. И вот это вот глубокое ясное понимание, оно позволяет вам не париться по поводу того, что произошло. Отпускать это. Карлик просто так не сдается. Да, почему? Потому что опять тенденции вылазят. Почему мы все-таки цепляемся за эти события? Потому что у каждого есть определенные тенденции, которые не дают отпустить. Вот, допустим, у Светланы неприятие страдания. Да, и тенденция говорит: «Да как же так вот можно? Да как же я могу так?» Да? И тенденция снова вовлекает. У кого-то есть там другое какое-то... какая-то другая тенденция с убеждением, с концепцией. И вот там, это несправедливо, нужно восстановить справедливость. Да? То, что произошло, там несправедливо, поэтому я не могу забыть и отпустить это событие. И
поэтому, конечно, это не просто вот как это легко сказать, ну, там, типа, пришло, прошло и забудьте, да? В моем случае это результат большого труда, потому что это результат сдувания вот этого вот перепросмотра истории личной жизни, стирания и спускания вот этого всего груза накопленного. Но это тоже только часть того, что нужно сделать. И, конечно же, здесь, понимаете, опять же, хотите вы или не хотите к этой свободе, реальной свободе. Если вы хотите, то это, ну, это реально нужно действовать. Это нужно делать. Это не так, что ну, там, пойду послушаю и... то есть это практика, это реальные действия, это вот тоже с австралийцем Мэтт зовут, ну такой очень искренний и открытый парень, занимается ушевскими вещами. И вот я ему рассказывал про Шри Бхагавата, и он говорит, какой ты, это говорит, ну вот как тебе повезло. Я говорю, ты знаешь, это не повезло. Это реальный результат очень, ну, такого большого труда проделанного. Хорошо, а как вот оно согласуется с тем, что, например, в Гене Ильича есть такая, была такая поговорка. Ты вот такая хорошая штука, узнаешь так много-много, причем каждый день. То есть вот забываешь, что вчера было. Это что? Это положительный момент или отрицательный? Это склероз. Это болезнь. Ну, надо отличать, конечно, органические вещи от функциональных. То есть органика – это поражение на физическом уровне. Допустим, если сосуды головного мозга там, поражены атеросклерозом, то из-за того, что мозг плохо питается, ну, возникают такие явления. То есть это один момент. Это органические поражения. Помогают чему? Ну, стирать с памяти. Сейчас не переполнялся. Это вот как раз вот этот момент, когда... Это вирус. А зачем? Это дальше сохраняет. Это, понимаешь, Валерий, вот то, о чем мы говорили, что память на самом деле нужна. Память должна нам служить, потому что мы не можем жить без памяти. Вообще проблема с памятью – это старческая деменция. Ну, то есть это дурачками становятся люди. Как она приводится? Слабоумие. Слабоумие, да. Но, а он все равно же...